Привет, добро пожаловать в Волод на пару. Привет. Мама ест, потому что она не ела. На самом деле сейчас уже, по-моему, часов 5, а встали мы в 8, и все утро занимались делами, которые мы не могли вам сфотографировать. Поэтому мы сейчас обедаем. Мы сегодня практически не завтракали, по-моему. Мы не завтракали. Или завтракали, но я не помню об этом. В общем, мы в прайм-кафе находимся. Мама взяла холодный суп из огурца и йогурта. Это практически, господи, у меня даже слова кружка. Кружка. Кушай. Чай. Мы обе взяли чай. Я взяла суши с крабом и лососем. А я проверенный салат. Да, мама проверенный салат. Мы обе взяли вот такие бейглы с лососем. Маленькие. Маленькие. Совсем были вкусненькие. И взяли десерты. Чиа с вишней и шоколад с вишней. Все, приятного аппетита. Мы идем пока врём. Ты идешь, пока врёшь. Я иду пока вру. Ой, мы идем по переулку рядом вот с садом Эрмитаж. Правда, там все перекопано. Но вы поняли, у нас уже в центре все перекопано. И мы направляемся. Это такие летние игры олимпийские у нас в Москве. Кто быстрее вскопает пол Москвы, тот станет. Огородничают или клад ищут, я уж не знаю. Строительным управлением номер один. Да. Мы направляемся, как это ни странно, к МФЦ, наше любимое заведение. Здесь очень красиво, но здесь расширили тротуар. Вот эта часть красива. Но вы не представляете, какие здесь были узкие тротуары, все в колдобинах, все какие-то с наклоном. Ходить было невозможно. Все красиво, все сделали. Да, красиво. Вот здесь какой-то новый домик построили. Он уже новый? Ну, там в окнах, по-моему, ничего нет, поэтому мне кажется, что он новый. Вот скамеечки а поставили. Видите, такой, как сказать, голубой. Да, сейчас я вам покажу его. Ну-ка. О, ну почти. Жизнь бьет ключом. Я надеюсь, что вы сможете зарядиться от этого влога, потому что мы сегодня не заряжены батарейки. Вы нас сегодня заряжаете. Да. Голова страшно болит. Мы сегодня просто поспали 3 часа, по-моему, и побежали. Чуть-чуть побольше. Или 4. И побежали всякими делами заниматься. Вот. И уже. И еще мы несем очень тяжелые сумки. Да. В общем, вот. Со всякими с этими документами. Эти бумажки уже вообще. Сейчас после МФЦ посмотрим, останутся ли у нас силы, но вообще у нас еще было запланировано кое-что. Да. Кое-что. Сейчас как это самое, после еды силы появятся? Может быть. Чай не пьешь, откуда силы берешь? Чай попил, совсем устал. В общем, нас просили снять и в Роше. Отдай мне камеру. Возьми. В общем, нас просили снять и в Роше магазин внутри. Мама начала снимать, к ней я подошли, чуть не отвели. Да, строго сказали, что нельзя этого делать. Маленький кусочек так сняла. Вообще нельзя этого делать. Сейчас маленький кусочек вам покажем. В нашем магазине фото и видеосъемка запрещена. И потом этот противный охранник ходил за нами. Везде, на каждом шагу проверял. Мама второй раз попыталась снять. Это было очень громко, она не выключила звук. Сначала сфотографировалась все фотографии, потом бульк-бульк она сделала. Я никакой. Ты не конспиратор, ты не этот, не разведчик. Мама, здравствуйте. О, какая у меня корона красивая. Ой, да, у тебя замечательная корона. Ну и подданная. И принц. Принцесса. Бывает принцесса, это лягушонка, да? А у меня вот принц такой.
Да. Итак, начнем с покупок. Я чуть-чуть камеру подвину. Мы же не просто так в магазин ты заходили. Да, но начнем не с Ивраше. Жалко. Начнем с Эльдебуте. И в Эльдебуте самое главное, конечно же, нам салфетки дали. Но так как, ой, приглашаем вас на день Кларинс. 19.05. Послезавтра. Мы не сможем. Послезавтра мы Спасибо, но мы не сможем. Спасибо большое, Эльдебуте. Итак, и мы взяли BB-крем. Это же маленький мы уже израсходовали. Завтра уже нечем вообще краситься. А очень нам классный. Так понравился. Да, он очень нам понравился. Кожа такая прям вот... Ну, кожа вы, такая. Вы видите. Естественно, очень, да. Мне прям вот очень-очень нравится. Хорошая оказалась вещь. Я говорю, давай зайдем в Ивраше, потому что у меня закончился вот такой крем для душа. Конечно. Цветок магнолии Китая. 99 рублей. Вот 99 рублей, да? Ну, хорошая вещь. Мне тоже нравится. Да. Но быстро заканчивается. Очень быстро заканчивается. Вот, потому что 99 рублей. Ты льешь, не думай. Вот, я еще раз испытала на себе вот эти гели все Bath & Body Works. Вы знаете, вот достаточно, ну, вот знаете, как варенье, когда испытывают, да, там, как ниточку делают, или там мед течет, вот достаточно одной такой ниточки, и все, это пена на все тело. Да, они дорогие, но они безумно экономные, невероятно, такие концентрированные. Это и льёшь. Не, ну, кстати, это лучше, чем вот эта серия, не помню, как она называется, тоже в Ивраше, природная серия. Она, а какая там природная? Ну, вот которая была раньше, с оливой, она вообще не пенилась. Ну, в общем, да, ну, так хорошая, конечно. Ну, и почему я говорила, была серия, я не помню, кстати, как она называлась. Теперь зашли она только за не этим, так называется. Кремом для душа, а вышли, вот аж. Серия, которая раньше была, вот как-то называлась она, я не помню. Там было и оливы, и ваниль, и земляника. Ну, там много разных запахов природных. И кофе с какао? Или нет, это другое. Да. Там произошел перезапуск. На самом деле, я не знаю, где-то, наверное, лет за 15 первый раз ее поменяли. Это такая базовая серия. Причем, насколько я помню, у них был только совсем маленький раньше гель для душа и совсем большой гель для душа. Теперь... Ой-ой-ой. Ой, ты куда что убегаешь? Теперь появились вот такие, как бы, стандартные гели для душа 200 мл. Потому что, ну, везде 200-250 мл гели для душа, стандартный объем. А там обычно 400, по-моему, мл. В общем, вот такие гели для душа. 200 мл. Вот у них, видимо, стандартные, а те, как бы, не, я имею в виду везде стандартные. И мы взяли манго с кориандром. Мы взяли. Не буду. И лаванда с черникой. Нет, с ежевикой. Вот. Манго очень вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Я уже извозилась. Там этим пахнет. Не манго, а другим. Кориандром вот, хорошо кориандром пахнет. Но манго тоже нравится. Очень хорошо пахнет. Ой, а здесь больше ежевикой пахнет, да, чем лавандой. Да. Вот. А цвет у них общий. А цвет у них общий, да. Ежевика с лавандой. И еще мы взяли, это новый продукт, насколько я поняла, вообще его раньше не было, по крайней мере в этой серии. Это масло для душа, но оно течет не как масло, то есть оно не такое масляное, как в Алекситан, там масло для душа, оно реально как масло для душа, его нельзя налить на... Мочалку. Да, вот. И мы взяли его оливу. Ой, да, оливы. Олива и петигрен.
очень мелко написано. Я не знаю, что такое петегрин, но пахнет, по-моему, петегреном как раз больше, чем оливой. Ну, вообще, вот этими всякими... Надо посмотреть, что такое петегрин. Всякими травками больше пахнет, чем самой оливой. А пишут так, как будто все должны знать. И я думаю, что масло, оно в том смысле, ой, что как... Ой, какой пузырёк красивый! Что там крем. Смотрите. Как крем для душа он. То есть масло для душа, как крем для душа. Я так думаю. Красиво. Очень. Отдай игрушку. Отдай. Отдай игрушку. Как можно 20 минут прям туда-сюда? Можно, да. Но нам спать пора. Поэтому, да. Мы наконец-то пойдем спать. Напишите, пожалуйста, попробовали. Кто еще пойдет спать? Как вариант. И кто уже попробовал вот эти средства, какие у вас впечатления? И вообще, какое у вас любимое средство Ивраше? И пробовали ли вы вообще Ивраше? Мне кажется, уже в нашей стране точно все пробовали Ивраше, потому что он... На, по всему Советскому Союзу, на каждой станции метро. Шагу, на каждой, да, станции метро Ивраше. Такой же подвиг хочет совершить Пандора. Очень, видимо, хочет, но у них уровень разный немножко. Вот. Спасибо вам большое, что вы поделились с нами своими любимыми камнями, своими любимыми канцелярскими принадлежностями. Канцелярскими принадлежностями. Кто не заходил еще в группу... Мы в одной группе заболеваний. Да, наверное, поэтому мы общаемся. Кто еще не заходил в группу и не знает, почему кто-то делился драгоценностями своими любимыми, заходите. Там мы тоже размещаем видео, но они, как правило, от 2 до 4 минут. Там видео, вырезанные сценки. Не знаю, будет ли сегодня, потому что, мне кажется... Не набралось. Да, не набралось, может быть, вот в этом видео вырезанных сценок. Но вообще, вот когда они есть в группе. И наши благодарности? Ну, я благодарна за то, что у нас сегодня произошло. Да. Это такая благодарность, это просто вообще непередаваемо. Я тоже благодарна, что мы сегодня выполнили все, что у нас было запланировано, вот вообще все. И даже больше. И даже больше, и вот такое большое дело сделали, о котором мы вам расскажем. Сейчас немножко переживем попозже, это. Да. Просто мы слишком эмоциональны сейчас. Да. И но слишком мы обязательно устали. Расскажем. Но мы обязательно вам, да, обо всем об этом расскажем. Ну и мы вас очень-очень-очень сильно любим. Очень-очень сильно любим. Обнимаем. Благодарны за ваше терпение, что мы вам все время говорим, расскажем, а сами все не рассказываем, а вы нас терпите. Мы такие секретные, ну, честно, да? Большое вам спасибо. Спасибо большое. Что, если я сейчас начну рассказывать, я точно разревусь. Надо успокоиться. Надо, да. Поэтому обнимаемся крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.